Всем привет! Сегодня лазила в интернете и увидела вот такую замечательную куколку Йо-Йо. Вяжется она очень легко и просто, и я не смогла удержаться, связала ее. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мы обязательно выложим видеоурок и свяжем вместе с вами. Она довольно-таки получается мягенькая, нежненькая. Я наполняла ее холофайбером. Можете взять любой, в принципе, наполнитель. Даже самую обыкновенную вату, как я раньше наполняла игрушки. Но, честно говоря, с ватой немножечко получается такое забитенькое. С более мягкими наполнителями, как синтепон, она получается такая нежненькая. Самое интересное, что меня привлекло в этой игрушке, то, что у нее такая большая, в общем, голова. И мне почему-то кажется, что если ей придать, допустим, какой-то пикантности, например, если положить вместе с наполнителем в голову тарахтушку, погремушку, получится довольно-таки интересная игрушка для ребенка. Она полностью вся состоит из вязаных, в общем, аксессуаров и полностью из пряжи состоит, поэтому она является очень безопасной игрушкой, такой мягенькой, в общем, нежненькой. Бусинки-глазки, бусинка на цветочке, все это пришито, то есть ребеночек не откусит, не проглотит, в принципе, ничего. В общем, если вам понравилось, оставляйте комментарии, я обязательно выложу видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте. Всем пока-пока!